Актер, драматург, переводчик. В этом году Геннадию Терентьеву исполнилось бы 90 лет. Вечер памяти народного артиста Чувашской АССР на днях прошел в Чувашском драматическом театре. Ухтер Муджи, дедушки Ухтера, известен всей Чувашии. Геннадий Терентьев исполнял народные песни под гармонь, поэтому этот инструмент то и дело звучал на памятном вечере. Геннадий Терентьев сыграл сотни ролей. Он один из ярких создателей образа чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева в спектаклях Иоакима Максимова Кошкинского. Кроме этого, заслуженный артист РСФСР, известен и как писатель. Он автор более 10 драматических произведений, которые с успехом шли на сценах театров республики. Вспомнить Геннадия Терентьева в Чувашский драматический театр пришли его родственники, коллеги по сцене и преданные зрители.